конца, не знаю, ролик, который меня так удивил, я так радовался, когда смотрел. Примерно 2 гектара сада, совершенно те, которые не имеют отношения, взял, включил камеру и снял крупным планом деревья, без единой раны, без дебильных штампов. Видели? С прекрасными плодами. И где новое это на Алтае? Там, где бывает и 30, и 35, и 40, и 45, и 50. Вот. И я уверен, что это дерево прекрасный хозяин. Тем более тут он же, видимо, еще и... Он еще что-то вроде курорта, или там турбазы. Но 2 гектара сад шикарнейший. Я восхищен этим цехом. Я до сих пор не знаю, кто это. Я бы пожал ему руку. Возможно, он мой ученик. Возможно, он такой же, как я, самоучка. Вот. И ничем мне не обязан. Да там уже все ученые должны перебывать. Ну, поучитесь-то у человека. Как начало было ролика? Посажены холмы. Штампов нет. Помните? Автора! Автора! Я имею в виду сада автора. Ролика, я познакомился с хозяином ролика. Автор, а сада автора, он не знает сам. Чудеса. Ну можем же, ну можем. Так, еще успеваем вот это письмо. Знаете что? А давайте про семена начнем следующее. Все-таки время подошло. Я продолжаю заготовлять семена, большую часть которых никто не купит. Но это я так пошутил, может и купит. Вот. Теперь так. Надо чуть более обстоятельно. Так. И получится, я заодно на этот вопрос отвечу. Заодно. Вот. Единственное, что я себе сейчас позволю, вот, у меня начала проясняться такая картина. Итак, было посажено 20 академиков, и взошло 10, ну, 12, 13. Несколько я подарил по соседям, сказал, что единственное, чтобы садить. А вот эти, вроде бы, прилежал, садил вот так, косточки. Косточки мощные были от академиков, плоды были самые малые 100 грамм, с которых брал косточки. И теперь кое-какие выводы давайте сделаем. Дело в чем. Это к письму. Человек собирается вырастить такой же прямой. Такой же, да? Брать ветки и садить на подвой на манжурце. Логично. И это один из способов, предложенных мною. Вырастить сеянцы тех, этих. И... Но теперь смотрите. Когда он получит. Ну, подробнее потом. В общем, вы поняли. От академика я получил фактически дички, ну, 20, они могут вкусные, ну, допустим, 20-30-40 грамм, это то, что справа. Если трогать их не буду, то плодоношение. Срубить лучше успею. А слева культурные, видите, вот они. Я не говорю, что будет 102 грамм, как у их этого, отца и у матери. Может, 60-80 будет. А там слева у меня растет сеянец этого королевского. Там вот такие листья. Ой, какие листья. Я там чудо жду, что он будет не хуже, чем... А потом я помню это, я вам рассказывал фотографии, рыночный разговор. Константинович, дальше она чуть не разорвала на себе рубашку, помните? Вот. Нет, у меня косточки с вашего королевского дали вот такие плоды. И вот так показывает. Вот так. А я говорю, нет, я проверю. Я проверю. Я нудный, я противный. И вот тут слева растет тот самый королевский с такими роскошными плодами, еще крупнее, чем у родителей, чем маточник королевский. Вот. А человек как раз задал вопрос. Вот. Ну, так, 53. Ну, давайте прочтем. Я, правда, уже сам устал. Пока изучаю материалы. Получаю семена, перекладываю в сухие банки. Все правильно, получаете, перекладываю в сухие банки. С крышками. Храню в холодильнике в сухом виде. Правильно. Потом в этих банках перекладываю в погреб. После продолжать хранить дальше в холодильнике,
до высадки осенью или до сертификации весной, перед весной, нет, то есть после Нового года. Дальше. Далее, в середине февраля для абрикосов закладываем на сертификацию влажный песок. Правильно, в том же подвале. Можем в подвале, можем в холодильнике. Для персиков действия такие же, как для абрикосов, спрашивают меня. Ой, тут сложнее, давайте так. Персики капризные даже на стратификации. Могут зайти все половины или ни одного. Вот вспомните, в отчаянии многие специалисты берут молоток, разбивают или еще как-то раздавливают и уже садят без коры, как-то корификация называется. Уже без этого, без оболочки, без этого, без скорлупы. Вот этот вариант. Вот. Получилось. Я вам показывал свои всходы. Там это самое, Юлия Сергеевна Мельникова, она же моя племянница, она взяла и у нее получилось, осенью посадила всходы 50%. Но там была серьезная причина, почему 50, а не 100. Вот я про это рассказывал. То есть это уже зависит от того, чем поливаешь. Вот, а у нас дождей не было. Дальше он пишет, в середине апреля сажаю на пологий холм, согласен, присыпая на пол сантиметра на расстоянии 30-40. Пойдет, конечно. Пол сантиметра это не так опасно, как 2, 3, 5 сантиметров, которые у специалистов это считается нормой. Вот, пол сантиметра. Осенью срезаю привой, с части сеянцев и привой на подвой в марте. Третью весну рассаживаю те, что выжили. Можно и так. Смотрите сюда. Но единственное, вот я почему нашел сделать эту фотографию, с этого брать как привой смысла нет. А справа можно, слева то есть. Тогда будьте добры, подождите, пока прояснится и будущее. Наверное, лучше минимальный риск, когда вы возьмете ветки с левых нескольких саженцев. Ну, фактически хотел переносить, фактически осветил еще одну тему. Ну что, наше время вышло, я хотел опять это. Нет, все, время вышло. Я все, знаете, что делал? Я, может быть, какой-то один важнейший вопрос из тех, от которых зависит, будет ли у меня заработок, будет ли у вас саженцы. Я сейчас чуть-чуть пролисту, ладно? Эту тему мы пообсуждали, еще будем обсуждать. Вот. Читайте, я даже пока не буду обсуждать. Вот это часть моего нового садоводства, чтобы с дуру не делали штампы. А это постулат. Постулат по всей аксиома. В это надо даже не поверить. Надо просто знать, что изменился климат. И если у этого дерева миллионы лет назад его предков, а дерево, вот такой штамп. Это значит, что травой тут было 2 метра. Помните этого самого Тараса Бульбу? Нет, Тараса Шевченко. Когда всадник на лошади полностью скрывался в траве. Помните? Всадник на лошади, его не видно было в траве. Вот. И вот когда деревья пробивали через эти 2-2,5 метра траву, и только потом, имея солнце, могли давать боковые ветки, это закрепилось за миллионы лет, вот это. А потом климат поменялся, стало сухо, трава стала вот такая, по колено, вот. И кто дал право любому саженцу, даже привитому, у которого нет даже сантиметра штамба генетически, это с боковой ветки взята почка, вот. Миллионами калечить и миллионы людей научить калечить. Представляете? И сегодня, и сейчас те же ролики. И летом, зимой, осенью, весной. И обязательно слово правильно. Поневоле поверишь, что все-таки есть дьявол, который не хочет, чтобы у нас были сады. Я бы на этом остановился. Осталось 2 минуты. И все-таки я посмотрю, нет ли. Вот важнейшая тема. Любой скажет, только Константинович видел, заражает. А вы представьте, что между ними 3 сантиметра. Никогда не заразит. Никогда, никогда. Видите, почему заражает? А?
Никогда не заразился. Никогда, никогда, никогда. Вот это одна из страшнейших ошибок. Но мы еще к этому вернемся. Вот. К этому вернемся. К этому. Старый снимок, но какой важный. Все это мы будем проходить. 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 Вот. И это жуткое создание. Вот это вот. Тоже будем проходить. Сейчас не хочу на этом уже порох тратить. Вот это реклама, ребята. Это реклама секатора. Они лучше не нашли вот этого гнилого этого самого соединения. Чтобы вот это стало рекламой официальной. Вы поняли, нет? Вот это лучшее, что у них было, они сделали рекламу. Ну, не удержался. Я готовлю на следующий этот. Уже 5 лет назад вам говорил об этом. А толку? У кого я секатор видел, сейчас скажу. А, магазин в 9-м микрорайоне. Называется хозяйственный магазин. Я заходил туда вчера и спросил у них. Вижу, лежит этот же секатор долбанный. Сейчас, почему я поднимаю тему? Я же не могу, я же вредный, любопытный. Вот. Вот он лежит там. Я говорю, покупают. Да, покупают! Это ответ продавца. Да, покупают. Чтобы вот это вот иметь. Вот это вот и вот это вот. Вы представляете? Ну, время теперь точно. Ровно 2 часа прошло. Видели эту гниль? Это реклама. Сейчас я посмотрю, нет ли какой темы, которую я мог бы оставить. Ой, 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 ой. Перед сном нельзя. Нельзя, мне трясти начинает. Это самые невежественные люди. Это... командует садоводством. Самое невежественное, самое невежественное. О, Александр Савельевич. Единственный ученый, который рамками владеет. Ничего, я добьюсь. Что каждый ученый не умеешь рамками владеть, ты не ученый. Это так же, как читать, писать не умеешь. Арифметику не знаешь, считать не умеешь, кто ты тогда? Вот так вот. Господи, чего-то только нет. Нет, наверное, хватит на сегодня. Так, друзья, сейчас мы с вами расстаемся. Я только намекну. Откуда берутся вот эти раны? Догадайтесь. Видели, что делается? Городская посадка. Идиотизм натуральный. Чему их учат? А в городе обязательно. И в этом самом Саяногорске есть должность инженер-агроном. Вот его сюда бы. Вы думаете, он в чем-то виноват? Если инженера-агронома, это есть отдел специальный, говорится, в этом, в администрации, привезти сюда и ткнуть его? Вы что думаете? Он скажет, а я тут при чем?